Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне привез курьер из АМЛ вот такую вот коробку. Такого она размера, весьма крупная. Я даже немножко не ожидал. А внутри находится люстра 650 мм от Xiaomi. Буду сегодня ее вскрывать и устанавливать. Внутри находится вот такая коробка фирменная с логотипом Midja. Техническими характеристиками некоторыми. Ну, собственно говоря, сама бумажка. Так выглядит коробка без упаковочной бумаги. Здесь вот ручка для перевозки, и вот здесь открывается, собственно, здесь инструкция имеется, как подключить провода. Так, сейчас буду ее вытаскивать и продолжу видео. Вот вытащил из коробки само содержимое. Так, вот эти, наверное, картонные, это, скорее всего, выполняет роль уплотнителей просто. Вот, собственно, сама люстра. Такие вот пенопластовые уплотнители с трем скотчем. Пультик Bluetooth для управления. И вот такие саморезы. В перевернутом состоянии люстра выглядит вот таким образом. Здесь такие звездочки на ней, серебристые. Вот эта часть отдельно я отсоединил от нижней части, поскольку у меня уже на месте, где будет стоять эта люстра, уже есть другая люстра от Xiaomi. И, собственно, вот эту вещь я использовать не буду. Она точно такая же уже установлена на потолке. Просто защелкну эту люстру. Это очень удобно. То есть вам не придется дополнительно менять крепление. Установил я люстру на крепление. Вот через отражение вам видна она. И вот, собственно, чуть хуже непосредственно камера на саму люстру. Сразу загорелась. Сейчас буду ее настраивать в программе Mi Home. Это, видимо, какой-то дефолтный режим. То есть горит сама люстра и Ambilight горит синим цветом.